Задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА Магомед Расула Мутаева. Им оказался 18-летний житель Махачкалы. Напомню, все произошло 31 января на улице Гапцахской. Боец возвращался домой. Из-за двери подъезда вышел нападавший и выстрелил ему в голову. По данным следствия, мотив совершения преступления – наличие ранее возникших личных неприязненных отношений с потерпевшим. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений.